Всем привет, ребята, и добро пожаловать на мой новый видеоролик. Буквально на днях вышла новая игра от Rovio, Angry Birds Reloaded, которую мы с вами сегодня разберем. Но перед началом надо было бы показать ваши игрушки, вот они. Я не снимаю никогда свои зеленые. Кстати, еще стоит оценить ваши арты, которые вы мне нарисовали. Еще внимание я уделю вот этому вот рисунку. Это то есть у нас король свиней уехал в Египет. Кстати, Дикон, можешь порекомендовать, что мне посмотреть в Египте? Конечно могу, здесь такой большой выбор. Рекомендую вам канал Angry Birds Play. Паренек стал снимать видео совсем недавно, но снимает он их очень круто. Ура! Ссылка в комментариях, ребята! Пожалуй, стоит начать с того, что Angry Birds Reloaded — это просто ремастер первой части Angry Birds, но с более новыми технологиями. К сожалению, у меня нет айфона, но спасибо подписчикам за вот эти вот замечательные кадры. В игре присутствуют персонажи из Angry Birds Кино 2, а также здесь всего около 6 глав. Судя по трейлеру, здесь должен быть остров Орлов, но чтобы на него попасть, нужно полностью пройти всю игру. Начнем с первого уровня. Птички что-то конструируют, но за ними подглядывают свиньи. Так, здесь есть у нас классическое обучение. Уровень из Angry Birds Reloaded и Angry Birds Classic полностью совпадают. Вы только взгляните на это. Кстати, здесь система получения наград такая же, как в Angry Birds Friends. И также здесь есть очень много разных улучшений. Думаю, дальше уровни не нужно вам демонстрировать, так как это займет слишком много времени. Так вот, начнем, пожалуй, с вот этих вот видеосценок. Данные кадры были взяты с другого канала. В общем, второй эпизод, когда птицы начнут летать. Давайте посмотрим. Здесь у нас свинки отдыхают и... в общем, неважно. Третий эпизод, Party Crushers. Какая же тут у нас будет сценка? У птичек праздник, а именно свадьба Терренса и Матильды. Но тут появляются свиньи. Здесь даже Терренс улыбается, а Матильда нет. Эпизод 4. Беконовский пляж. И надеюсь, он был не в Египте. Так вот, здесь свинки опять уносят яйца, но уже на пляж. Эпизод 5. Бамбуковый лес. Лично я так перевел. Здесь у нас король свиней и повар свин, и какая-то свинка балдеют от красоты бомба, а птички спасли яйца. Дальше эпизод 6. Птички сидят на ветке, снимают на камеру замок короля свиней, падает ветка, и все теряют сознание. 7 эпизод, интро. Птички приходят, приходит охрана, конец серии. Дальше конец 7 эпизода. Птичек посадили в клетку, а вместо яиц, оказывается, у нас были какие-то магические шарики. Все стало взрываться, и произошел большой салют. Эпизод 8. С Орлиного острова прилетел гигантский ледяной шар. Птички и свиньи подружились, и мы отправляемся на остров Орлов. Здесь находится охрана, и наши птички и свиньи начинают маскироваться под орла. Наступает эпизод 10, начало. Свинки и птички попадаются в ловушку Зетты, вот этой сумасшедшей орлихи. А под конец все начинает взрываться, и счастливая концовка. Так шторм опущен, но сдуй разгонит дурь. Кстати, вы можете посмотреть полную версию этого видео на вот этом вот канале. Ссылка в комментариях. Главный плюс этой игры, что здесь нет доната, да. И, кстати, один подписчик мне рассказал, что работают над тем, чтобы сделать эту игру на Android. По сути, игра сделана исключительно для Apple Arcade, но, возможно, сделают какую-то особенность и как-нибудь можно будет скачать ее на Android. Но поверьте, это не главное. Главное то, какая эта игра, хорошая или плохая. Но если сравнивать с Angry Birds 2, то в Angry Birds 2 не особо был нужен свин Леонард.
Так как в Angry Birds 2 практически ничего не было связано с Angry Birds в кино, в отличие от этой игры, где сюжет напрямую связан с фильмом. Да, в Angry Birds 2 была локация, связанная с фильмом, но мне кажется, она не нужна. Angry Birds Reloaded, конечно, не самая лучшая игра во франшизе, но, по крайней мере, заслуживает большого уважения. Ну, наконец-таки у Ройо заработала голова. А вот что творилось у них в мозгах в 2019 году, это, по-моему, выглядело бы как-то так. Шарики, смотрите, шарики! Будем лопать шарики, лопаем шарики, как это круто! Шарики, М. Шарики! Шарики, 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 еще раз шарики. Мы будем делать деньги. Кстати, у меня появился свой Discord-сервер. Ссылка в описании. Ну что ж, думаю, я про все рассказал. Хотя, погодите, что это такое? Нет, 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 только нет! Да боже мой, остановись! Что тебе нужно? Хе-хе-хе, помимо Angry Birds нужно снять еще что-нибудь, я знаю даже что. Ну и что там у тебя за идеи, а? Земля королей. Так, все ясно, до свидания, мне пора... Нет! Нет, только не 13 карт. Прости, но увы, у тебя нет выбора. Не позволю. Ой! Только не это. Все, ребята, я все сделал правильно.